Торжественные богослужения по случаю Дня народного единства и праздника Казанского образа Божией Матери прошли во всех храмах Южного Урала. А центром торжеств стал кафедральный Казанский собор Челябинска. Литургию здесь возглавил митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим. В честь Казанской иконы Божией Матери верующие Челябинска организовали крестный ход. Он прошел по территории Свято-Семеновского кафедрального собора епархии. Возглавил молитвенное шествие митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим. Для кафедрального собора этот день является престольным, поскольку в честь пречистого образа Божией Матери Казанская освящен южный предел храма. Праздничное богослужение собрало большое количество народу. За литургией в сан священника правящий архиерей рукоположил диакона Петра Устинова. Свою проповедь митрополит Никодим посвятил Дню народного единства – празднику с глубокими историческими корнями. 400 лет назад народное ополчение Минина и Пожарского освободили Москву от польско-литовских захватчиков. Тогда все силы нашего народа соединились, чтобы спасти страну от гибели. У войска был список чудотворной казанской иконы Божией Матери, с которым они шли на сражение. Этот день, братья и сестры, заставляет нас задуматься о том, что каждый из нас играет важную роль в судьбе нашего государства. И от нас зависит, от каждого из нас, как именно будет устраиваться наша Родина. Для каждого из нас важны заветы Христа, важно учение Святой Церкви. Это то, что передали нам наши предки, чтобы мы, сохранив, передали потомкам нашим.